Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы смотрите канал на YouTube «Спорим врут». Мы ищем правду. Зовут меня Влад Серов, и сегодня в выпуске. Гарри Каспаров сорвал покровы. Обама, оказывается, ошибался. Россия не региональная, а глобальная. Трамп вообще во всем был неправ. Да и Байден, не поверите, ему тоже не нравится. Мне не нравятся эти матросы! И вообще! Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится! Ну что, спорим, что это правда или не совсем? Наговаривает Инва на нашу семью. Грех это. Рубрика «Святой человек». Известный шахматист Гарри Каспаров поделился размышлениями с французской газетой «Le Figaro» о России и кризисе идентичности Запада. В частности, он признает, что встреча Байдена с Путиным без предварительных условий была очень серьезной ошибкой. Байден преподнес российскому лидеру великолепную геополитическую победу. Все, все. Теперь так и останется. Что останется? А согласие? Что случилось, дорогие товарищи? Сломалась демократия. Раньше, кого не изберет американский народ, наша оппозиция пищала от восторга и бежала присягать и целовать сапог. Но это было давно, когда совестливости и рукопожатности в мире было гораздо больше. В прежнее время я мог свободно четверть выкушать. Ну, конечно, был романтизм, закуска. А теперь Трампа избрал американский народ. Плохо, не нравится он Каспарову и остальным эльфообразным. Скинули Трампа, избрали дедушку Джо, которому сам Обама звезду Героя Советского Союза вручал. Так и Байден их теперь тоже не устраивает. Значит, как я пою, вам тоже не нравится, да? Нет, увы. Вам ничего не нравится. Вам трудно угодить. Байден совершил ошибку, говорит Каспаров. Кто бы мог подумать, что мы доживем до того дня, когда наши либералы станут критиковать американских президентов. И Трамп республиканец плохой, и Байден демократ плохой. А в США, небось, смотрят на это все и думают, кого мы взрастили, пригрели на груди. Выучили вас на свою голову! Облысели все! Но тогда сразу возникает вопрос, если в США такие глупые президенты и такой глупый народ, что их избрал, и политическая система, допустившая все это, то зачем же наши либералы хотят у нас все точно так же организовать? Нестыковочка. Да ну вас к черту, что за пошлый вопрос? Каспаров вообще крамолу лютую себе позволяет. Вот дословно, сила путинского режима проистекает из слабости Запада. А что так-то? Впрочем, ладно, Путин, может, он исключение. А как быть с китайским режимом? Тоже Путин виноват. А с индийским? Что творится-то, люди православные? Главные экономики мира все нерукопожатные. Китай, Индия. Россия вошла в мировой топ-5, а на европейском континенте вообще номер один сделалась, обогнав и Германию, и Британию, и Францию. Каспаров негодует. Совсем империя глобалистская ослабела. Что ты говоришь? Да! Как же вы допустили мне перегазнить? Помнится, британцы говорили, да куда вы, бестолковые индусы и китайцы, без нашего мудрого имперского руководства. Правда, до этого руководства Индия и Китай были богатейшими цивилизациями мира, а британских варваров никто знать не знал. И как только мудрое руководство закончилось, Китай снова стал номер один, а Индия вошла в пятерку. А вот Британия теперь даже в десятку мировых экономик не входит. Вот и Россия норовит избавиться от опеки. А ведь Америка для нас столько сделала, почти уничтожила, если разобраться. Я тебя воспитывала! Я из-за тебя ночей не спала! А ты... на электричке едешь.
А вот Каспарову и его подельникам действительно плохо будет без США. Ни тебе грантиков, ни тебе конференций рукопожатных. Все вкусные кормушки уже отобрали. Короче, и правда, Байден совершил огромную ошибку. И опустевшие кошельки грантоедов буквально вопиют об этом. Короче, сплошные агенты Путина все развалили, и нет им прощения за это от Каспарова. Сдал Горбачев твою родину американцам, чтоб тусоваться красиво. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, и уже завтра новый выпуск на нашем канале. Не пропустите! Чао!